Ребят, ну по городу ездить невозможно. Ну это не фотография, это видео. Подписчики атакуют. Это мои детки, Женя и Ксюша. Жене 29 лет, да, 29, какой-то старый. А Ксюше скоро 19. Нет, не скоро, через 3 месяца. А кому? Почему? Лёва, я хочу снимать тебя. Лёва, ты чего, стесняешься? Сколько Лёвушке годиков? 3? 3, Лёв? А? Он стесняется. Я его потихонечку потом. Он кушает у нас уже. Мы сейчас тоже будем кушать. Так, Ксюша? Все, сейчас я соберемся. Сейчас я ее сниму на фоне колледжа. Это все, Ксюша скоро будет прощаться. 30 числа. Мерси. Все, Ксюша сдала экзамены. Сдала на 5. Диплом у нее красный. Мы все ее поздравляем. Все очень рады за нее. Друзья, родственники. Очень много напутственных слов ей сказали, преподаватели все с сожалением прощаются с ней, потому что она была очень хорошей, доброй, отзывчивой девочкой. И такая, знаете, как идеальная студентка, скажем. Ксюш, помнишь, когда мы сюда пришли 4 года назад, ты была маленькой девочкой, да, такой, ну, какой-то потерянной, испуганной, и мы шли сюда. Мы, знаете, как нисколько не, не думали, что у нее прям какой-то такой... прям таланты, что, не знаю, там что-то она сможет вот это преодолеть. 4 года обучения, тяжелого обучения, да, дочь? Какие у тебя впечатления? Все закончилось. Это, можно сказать, знаете, я как... Я не осознала еще. Наверное, не осознала? Вот. Вот она умничка у нас. В следующем году мне куда будет возвращаться. Да? Thank you.